падает, потому что сильная ладонь. Но в последний момент бил большим пальцем. Анастасия, чисто бутсы скажи! Твои! Мои бутсы, малыши, забили! Короче, поднимаю голову, знаешь, ворота, где ты бежал раньше. Манька, подними. Вся команда молодцы. Поздравляю болельщиков. Спасибо, что приехали. Это был лучший матч в твоей карьере? Нет. Что чувствуешь сейчас? Какие эмоции? Дэн, поделись. Какие команда выиграла, молодцы, я же говорю. Спасибо болельщикам, спасибо партнерам. Ну, мы заслужили эту победу. Да, Шахтера было больше моментов, но мы реализовали больше своих. Дэн, и последний вопрос. Как тебе дебютное интервью для Динамо ТВ? Я так и знал, что это Динамо ТВ, поэтому пусть нормально пройдет.